Всем привет, друзья! Приехали вот с ночевочкой сегодня на рыбалку. Палатку поставил свою. Вот вторую сейчас собираем. Все, вот у нас электричество, свет, все дела. Ехали, блин, долго. Получается, село Шабар. Сегодня мы на рыбалке. Ура, ты, наверное, уже будем рыбачить утром сегодня. Не получится. Оля, там уже втыкает. Вот так вот. Как. Ну так, друзья, доброе утро. Проснулись. Все. Пошел, короче, я закидывал вчера ночью спиннинг донку. Прихожу, блин, она в траве, там карась хороший сидел. Сейчас вот буквально 20 минут рыбачу. Поймал уже штук 5 карасиков. Вот. Вот оно. Само вот такое вот место. Наши палатки. Ну, как говорится, погнали. Вот, друзья, короче. Вот такие вот карасики мелкие клюют, блин. Да, сейчас, короче, буду пробовать опять рыбачить. Так, ну мелкие, да, ничего не говорю. Так. Вон они. Линька мелкого вчера взял, тоже ночью. Так. Что у нас здесь? Так. Объела. Видишь? Все. Вот уже поклевки какие-то. Какая его. Так, уже повело. Чё? Дальше. О! Хе-хе. Карасямба. Так. На донку может побольше попасться. Рыбу тут пожарить. Вот так вот. Так, что рыбалка будет? Так. Ну, так, во, уже, метр полтора, полтора метра где-то. А чей поплавок? А? Чей поплавок? О, это мой поплавок, надо будет его это забрать. Так. Короче, ладно. Донку
Сейчас поставим. И будем дальше рыбачить. Так что я не прощаюсь. Так, вон наш друг. О, у меня что-то там, да? Клюнуло что-то хорошее. Или так бьет. О! Фиг меня! Так, короче, мне кажется, что-то сидит. Или не сидит. Нет, нету ничего. Обдурила. Обдурила. Обдурила рыба меня. О! Ой-ой-ой! Ох ты ж! Какой! Андрюха! Забагрил. Я еще и... Офигеть! Да ёлки! Одну удочку выкини! Забагрился. О, тихо. Мой сегодня линька пожарил. О, забагрил, короче, линя. Вот он. Классно, классно. Короче, решили чаёк попить. Сейчас чаёк попьем и дальше будем рыбачить. О, солнышко как светит, а! Прям классно. Красота. Чаёк попьем и будем дальше рыбачить. Так что рыбалка сегодня будет хорошая, и видосики тоже. Вот, ребят, хочу сейчас на спиннинг порыбачить. Сейчас щучку только что поймали. Что есть? Посмотрим. Понятно. Донки, блин, холостые. Не пойму. Щучка-то охота. Приманку. Загадка. Блесна такая прям офигенная. Во. А, трава. Ну, что-то так клюёшь-то слабо. Слабо. Что это, что-то? Да, трава.
Ласточка хоть одна. Хоть одна штучка. Будет все в шоколаде. Что-то не хочет. Плесну не хочет. Ну-ка. Совсем малыш. Совсем малыш. О. Ой, ёлки. Вот здесь что-то. Да ты что, опять что ли ноль? Или что-то есть? Непонятно. Вроде ноль. Да достал уже холостые поклевки, блин, эти. Нафиг. Стал. Так, вот здесь. Пробовать. О! Короче, друзья, не хочет помочь. Вот так вот. Все, дорогие друзья. Сейчас через 15 раз будем отъезжать. Наловили. Мне рыбалка это понравилась. Рыбу поймали. Я килограмма 3-4 помахал, на всякий случай пожарили его, вот так вот. Буду садок с воды вытаскивать, потом засниму рыбу, покажу. Так что всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал. Вот, короче, ребята, что я поймал за сегодня. Вот. Ну еще ушли там с садка, блин, дрявый был. Вот так вот карасики хорошие, такие прям зачетные. Линек, два линька. И все, короче, мы поехали домой.